Не знаю. Выборы в Грузии когда? От этого зачем? От этого тоже очень. Да нету политика такого, который признает Афганистан. Вы понимаете, который. А вы что хотите от России? Чтобы Россия заставила Абхазию и Южную Осетию силой, что ли? Вывести войска из Абхазии. И вы туда опять зайдете своими войсками, так что ли? Вот почему? А потом уже однажды так сделали? Я не поверю. Ведь если бы этого не было, то наверное, другая была бы ситуация. Вы знаете, вы вспомните, когда эти события тяжелые начались, военные действия. Вы забыли, что я сказал? Первая фраза, которая была мною произнесена, я сказал, Саакашвили совершил преступление против своего народа, против Грузии. Он добился отторжения территории. Теперь как с этими людьми договариваться? Вот в чем ошибка-то. Ведь мы с Михаилом Николаевичем много раз говорили на этот счет. Вот я не знаю, здесь ничего такого особенного.